Только треть инвалидов региона трудоспособного возраста работают. Такие данные озвучили на заседании профильной комиссии при губернаторе. Среди причин – низкая зарплата, необорудованные рабочие места, а еще формальные вакансии, по которым соискатель должен обладать редкой профессией или высокой квалификацией. Во многом это происходит из-за смешных штрафов. Работодателю проще заплатить несколько тысяч рублей, чем принять на работу человека с ограниченными возможностями здоровья. Защитить права инвалидов должен региональный закон о квотах. Согласно ему, чем крупнее организация, тем больше инвалидов она должна принять. Его соблюдение регулярно проверяется. Только в прошлом году было выдано 9 предписаний. Работодатели ежемесячно представляют службу занятости сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2016 году работодателями заявлено в органы службы занятости сведения о 6929 рабочих местах, созданных в счет установленных квот, из которых 78% были заполнены. То есть на эти заявленные рабочие места было трудоустроено 5385 инвалидов. Найти работу инвалидам помогают в центрах занятости. Их работники выезжают в том числе в отдаленные районы, знакомят с вакансиями, оказывают психологическую помощь и помогают в социальной адаптации.